Доброе утро! Ребята, мы в Москве с ума сходим. У нас сейчас на градуснике, блин, сколько там градусов? 10, нет, 11. Третий день подряд, ребят, ощущается, как, я не знаю, блин, поскольку? Плюс 7 где-то. Плюс 7. Короче, сейчас поедем на Таганскую. Вот. Сегодня я устраиваю там супер проверку, будем всех казнить. Сейчас автобус едет, блин. Что, не катит? А, ну, он пернул. Откуси ее, ты уже надкусил, походу. Нормально. Какая будет зима в Москве? Зима будет, как обычно, жесткая. Вот сейчас, ребят, плюс 11 градусов, и сейчас у нас август. Август. Начало августа, даже не конец, а начало августа. Перчатки? Я в перчатках. Че у тебя так? Профсоюзочка. Вот, газетки раздают, нормально. Сейчас нас будут проверять. Давай. Опиздалы. Опиздалы? Не? Не, я не слышал такого. Я тогда в школе говорил. Опиздалы это так. Я опиздав. Надо теперь посмотреть. Поезд на один в шахте. И кто еще в шахте? Сказать, умных людей мало. Московское метро, кто чем занимается? Есть сетка. Втыкаем. Втыкаем. Так, чтение. Втыкание. Втыкаем. А чем нужно заниматься в метро, по-твоему? В моем случае? Да, ну, можно поиграть в игру, можно почитать что-то, а можно поснимать. Во! Мы, короче, едем до Октябрьской. Там перепрыгиваем на кольцевую. Не-не, мы едем на Китай города, с Китай города на фиолетовый. С Китай города на фиолетовый Китай города. Вот, а там истинный на москвич. А мы садимся. А как похож. Все еще станция, прострация. Станция Китай города. Пора, мы выходим. При выходе из поезда. Все, мы пошли дальше. На фиолетовую, да? Да, да. Куда там тебя несет? А, побыстрее. Оп. Подходим к следующему. О, иномарка, точно. Мы покатаемся на поезде. Мастер. Особенность этого поезда в том, что можно зайти в любой вагон и выйти тоже. Кстати, этот Аврора кинотеатр снесли в кусах. Че, реально снесли, ты не снял? Смотрите это на новом канале Алексея. Да, сзади меня как раз весь поезд видят. Можно перейти с одного вагона в другой прямо во время поездки. То есть тут достаточно удобно на самом деле. Но чувак недоволен своим, да. Да. Все поглядывает на нас. Вот что, гулять по всему морю. А что, мы плюемся? Да. Таганска? Ё-моё. О, бесплатная развлекуха. Алексей, твои последние слова перед началом этого ужасного рабочего дня. Как говорится, перед работой не наспишься. А вот он. Нам уже звонят. Виталий инструктор. Все, хана. Ребят, ну что, на этом все. У нас сегодняшняя такая подборка нашего путешествия на работу завершается. Если видео понравилось, оставайте ставьте лайк, палец. Ну и смотрите следующее видео, но будет много всего интересного. Пока-пока.